Всем доброго времени суток, с вами канал Мир Вокруг Трилобита, и мы продолжаем гулять по реликтовым сугробам Москвы. Оставайтесь с нами. У нас сегодня Воробьёвы горы, здание Московского государственного университета в Москве, которое находится как раз на Воробьёвых горах, это вот площадка возле Ломоносова. Мы там гуляем сегодня. И хочется также передать привет нашему такому самому преданному подписчику. Это канал Name Chester. Вот. У него тоже есть достаточно интересные такие ролики, посвященные кино, музыке, видеоиграм. Так что заходите к нему на канал, смотрите, делитесь, оставайтесь с нами. Так, вот химфак, химический факультет. Ёлочки, фонарь. Вот наши кустики заснеженные, которые мы видели. Так, еще одни кусты. Так, вот сугроб. Да, по колено. Это правильно. Так, а вот там физфак. Физический корпус Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. О, ёлочка. Супер вещь. Классная штука. Исторические кадры. Гуляем, смотрим, наслаждаемся. Подписываемся на канал. О, главное здание МГУ. А вот сам Михаил Васильевич Ломоносов. На фоне ёлочек. Так, вот она, отличная дорожка. Здесь уже можно ходить, никуда не проваливаясь. Так, а вот сугроб. Да, здесь видно его высота, нет? Вот я примерно присел. Вот он. Вот высота сугроба. Такие вот наметы. А через такой сугроб нам вот пришлось пройтись. Вот мы там шли. Вот здесь наши следы. Вот тут вот. Ну да, он практически есть нога, на то бедро утопает. Следу. Одним словом, реликтовый снегопад выдался на ура. В природе, зиме России, российским зимам, можно сказать огромное спасибо. Масса интересных впечатлений, красивых пейзажи. Все это мы смогли наблюдать благодаря обильному падению осадков. Ну и, кстати, хорошая такая температура на улице. То есть это у нас показывает минус 15 термометр, но при влажности той, которая сейчас есть, очень даже тепло, терпимо. То есть вот руки без перчаток, без шарфа, я спокойно гуляю. А здесь снег уже немножко сбит. А, или опал. Так, трактор. Просто когда он будет нести нашу сторону снег с ним такой площадке, не очень-то легко будет разминуться. А прыгать в сугроб вот такенный, это сейчас некомфортно. Так, трактор поехал к физикам. Отлично, мы в сторону физиков сейчас пойдем. Вот, так что все хорошо. О, вот это да. Какой интересный.
разлапистое дерево. Замерзший кракен. Ёлки. Так, продолжаем поход по заснеженным лесам Москвы. Сегодня с вами МГУ, Воробьёвы горы. Вот такие зимние пейзажи здесь у нас. После снегопада московского, который раз в 100 лет в этом году нам природа подарила. Вот ёлки. Так, сугроб. Глубокий, пушистый, мягкий. В него проваливаешься. Есть листья и снег. Кстати, кто слышит пение птиц, говорю еще раз, что это не наложение, не монтаж, это реальный звук. Как это ни странно. Такие вот интересные сейчас пейзажи в Москве можно наблюдать. Деревья. Снег. Погода просто шикарная для гуляния. Для наслаждения зимним таким видом. Елочек под небом. Вот. И птички поют. Так что все на улицу. Наслаждаемся зимой. Раз в 100 лет. Действительно, такое бывает только раз в 100 лет. Температура, влажность, осадки. Все так пушисто, мягко, комфортно, уютно, удобно. И красиво. Самое, что главное, красиво. Вот здесь нас трактор не достанет. Поскольку по такому маршруту он точно никак не поедет. Вот. Ага. Сталкивается с снегоуборщиком при таких сугробах. Там будет такая оказия. Забавно. Он какой-то. Ну, кстати. Службы ЖКХ обещают за 4 дня последствия реликтового снегопада в Москве, который прошел, устранить. То есть где-то в понедельник, вот, который будет сегодня вторник, а в понедельник все уже будет расчищено, приведено в порядок, как и подобает среднестатистическим показателям. Так что торопитесь, наслаждайтесь, гуляйте. По крайней мере, скоро будет конец февраля, температура потеплеет. И все это растает. Да. Вот. Канал Мир вокруг Трилобита.
За комментарии, которые слегка не в попад, извиняюсь, потому что опять-таки неожиданно вот получилось. Никто не ожидал, что будет снег такой, да, вот что придется наблюдать столь интересную эффектную красоту. Вот. Кстати, сам снегопад, когда он шел, так валил, приходилось несколько часов в день работать снегоуборочные лопаты, расчищать в Подмосковье подъезды, подходы к дому. Так что было весело. Было весело. Дальше трактор заснимем. Тоже так старается тракторист. Не оставим его труды без внимания. Канал «Мир вокруг трилобита». Оставайтесь с нами, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем привет. Пока. Слушайте, а это что такое? Что-то я увидел какие-то странные такие следы на снегу. Вам будет их видно, нет? В любом случае, здесь такая целая дорожка подобных образований, следов. Она уходит тем кустам. Вот. Не могу сказать, что это не человек, судя по массе. Такие падины человек не оставит. Человек тяжелее просто. А снег достаточно рыхлый, мягкий. То есть нога, она вот проваливается на ура. Вот раз. Это след человека. Да? Это только что я его сделал. А это кто-то еще. Вот. Так что, как видим, природа делает сюрпризы не только людям, но и животному миру тоже. Не, ну конечно, обитатель, которого мы сейчас видим, это какой-нибудь белочка, может. Не собака или кошка, какая-нибудь там сорока, может, проползла по снегу. Что бывает такое? Конечно, это обычные такие типовые представители животного мира Москвы, мегаполиса, любого другого. Вот у нас тут снова снежок. То, что если такие следы увидите, не опасайтесь, это не реликтовый зверь, который раз в 100 лет выползает из своего убежища. Вот. Это обычная сорока, обычная кошка, обычная белка. Ничего страшного. Такие у нас виды. Вон, зима. Обычная зима в Москве. Все естественно, натуральное. Воробьевы горы, МГУ. Приезжайте и наслаждайтесь. О, тут чьи-то еще следы. Да, здесь кто-то ходит, реально. Какая-то зверюшка здесь ползает или бегает. Это тоже следы. Это явно не человечек. Кстати говоря, немножко они так получше отпечатаны, чем те. То есть здесь белочка, птичка или кошечка или собачка были потяжелее, чем там. Это хорошо. Значит, зимой представителям животного мира в Москве весьма комфортно, сытно, что самое главное, тепло и хорошо, если они могут даже набирать массу и такие следы оставлять в рыхлом снегу. О, такая вот вещь еще есть.
старого. Какие лапки заснеженные. Главное здание. МГУ. Так, еще один трактор. Здесь их сегодня много. Ага. Ух ты! А это уже похоже на сосульку. О! Ха-ха, все, подтаял. Замерз, подтаял и снова замерз. Вот так-то. Так что спешите смотреть зимние пейзажи после реликтового снегопада в Москве, который прошел. Поскольку, видите, как я уже и говорил, все это в скором времени может растаять. Не, конечно, тоже будет красиво, но не так зрелищно. Не так эффектно. О! О! Класс! Капельки влаги всем видно? На солнце подтаивает снег. И замерзает. Шикарно. Все сразу видно. Снег, природу. Тротинка. А вот и фонтан, с которого мы начинали нашу трансляцию. Вот так он выглядит. Сейчас зимой его замело. Мы вот отсюда вышли. Следы. Так, идем дальше. Сейчас главное не упасть. Снег в пятерых, он достаточно плотный. Так, чьи-то тут следы. Вот это вот, сейчас, наверное, вы реально их видите, очень-то четко и ясно. Вот они. Кто их оставляет? Кто у нас эксперт по лесам и зверям? В комментариях пишите, чьи следы, чей след. Кто вот так ползает по снегу. Так, так, сейчас мы увидим источник этих следов. Фонтан, вентиляция фонтана. Опа-на. Нет, это, конечно, не то, такого вы подумали. Такие следы человек никак не может оставить. Вот, но это что-то должно быть... Хорошее такое, приветливое, интересное, безобидное. Может быть, даже, кстати, и ручное, я не знаю. Здесь, в принципе, как бы это МГУшная такая парковая зона. Здесь не должно быть ничего такого агрессивного, кусающегося, опасного. Хотя, здесь многие такие животные могут, в принципе, так
людям нормально испытывать интерес, не бояться. Поэтому, если кто-то здесь увидит белок или еще какую живность, не пугайтесь. Это как раз одно из таких преимуществ парковой зоны на Воробьевых горах. О. Может, это их следы? Птичек. Приезжаем, смотрим, любуемся. Смотрим видео. Ставим лайки, дизлайки. Делимся. Подписываемся на канал. И остаемся с нами. С каналом Мир вокруг трилобита. Ух ты, ух ты, ух ты. Какие тут интересные дорожки-то. Тут кто-то говорит, что белка как-то сдавал. Да, их тут много, кстати говоря. Да, белочки. Вот так вот. Хорошая белка, кстати. Но вот они разные. Я уже где-то говорил, по-моему, может быть, это будет в этом видео. Или я разделю эти материал на несколько сюжет, поскольку глубина снега, ставленного животным, она в разных местах разная. То есть это не одно и то же существо бегает постоянно по кругу и делает такие сюрпризы. Это действительно несколько особей. Может, какая-нибудь стайка живет. И, судя по следам, габариты и масса каждого члена стаи различаются, причем в хорошую сторону. То есть, как бы, если сначала мы видели такого легковеса, то потом следы увеличиваются как в размере, так и в провале. То есть больше и тяжелее. Мы наблюдаем зверьков. И это хорошо. Это хорошо. Видите, жить в Москве животному миру комфортно, сытно и уютно. Порадуемся за зверей. Да. Да не, я шучу, не нормально, конечно. Все хорошо. Такую погоду, всем хорошо. Так, ну а нам в любом случае придется сейчас уже выходить на нормальную очищенную дорогу. Вот. Время прогулок по заснеженным лесам Москвы подошло к своей заключительной части. Вот. Мы сегодня с вами были на Воробьевых горах. Вот, мы сегодня были на Воробьевых горах возле Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Это вот как раз рядом с фонтаном. Так что все, кто желает, могут прийти сюда, погулять, походить, пофотографировать, поснимать, потрогать. Все реально, все живое, все настоящее. Вот такие вот здесь пейзажи снежные интересные. С вами канал Мир вокруг трилобита. Так, да, это, наверное, скорее всего, белочки. Вот они, к елкам. Следы идут к елкам. Так, кто-то здесь сделал кормушку. О, там даже, по-моему, кто-то что-то ел под елкой. А, вон кормушка для белок. Ладно. Кормушка для белок. Наши биологи.
помогает местному зверью. Ёлка. О! Здесь там где-нибудь белочка живет в дупле. Вот. И зверюшки. Понятно, куда бегут все. Да, и вон следов сколько много под елкой. О! Да, белки. Ну хорошо. Хорошо, что белочек кормит. Животные у нас мирные. Кстати, в нашем канале в подборке забавные животные новые видео появились. Там, если не ошибаюсь, рептилии себя проявили. Достаточно интересно. И будут еще, естественно, новые сюжеты о других представителях мира животных. Канал «Мир вокруг Трилобита». Оставайтесь с нами. Мы что-нибудь вам еще красивое и интересное обязательно покажем. Всем привет. Пока. Там стори под деревом. Это все реальные крылышки. Так. Тут мы нашли интересные зарисовки на снегу. Следы крыльев нашли на снегу. Интересные такие. Интересные есть такие образования. И вон там они тоже дорожки. Битва птиц. Белка или ворон? Или ворон. Вот, смотри, вот контур птицы. Она сидела тут, расправив крылья. Контур птицы. Народ фотографировал ее. Так. Да, птичка. Снегом контур птицы. Классно, 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 классно. Такие интересные. Классно, а он вот еще вот тут. Вот тут его распортал. Вот они здесь прыгали. Видишь, сколько их достали? Они снимали и отключили. Следов открыли. Классно, да? Так, все видно. Да, следы от птицы. Ее отпечаток в снегу. Снег рыхлый, пушистый. А что приземлилась. Крылья большие, следы от птицы. А где еще? А, вот что-то, да? А, вот здесь вот. Вот да. Птица. По ней прошлись. Так, а вот тут еще. Интересно тут вещи. Интересно, да, крупные птицы достаточно. Ну здесь их здесь несколько, я так здесь думаю. Здесь грибов много. Здесь несколько, я так думаю. Сейчас я следы себе для рассказа сфотографирую. Так, здесь какие-то отпечатки тоже в сугробах. Они странные. Не знаю, чьи-то. Но интересные. Интересные. Да, какая большая. Птица, да? Угу. Вот такие вот сюрпризы нам принес великолепный снегопад. Так, вот еще. Так. Здесь, конечно, уже кто-то прошел все. Но это натуральный отпечаток снегу. В снегу отпечаток натуральный, скорее всего, не рисованный никем. Хотя вот это можно, конечно, оспорить. Похоже на следы чьих пальцев. А поскольку он и на сугробах такой же, там так не нарисуешь. А вот это да, вот это крыло. Это крыло, скорее всего. А он еще на сугробе. Это не рукотворный туда след, я не это полезу. Птичий след. Да, скорее а всего. А вон видеокамера около фонтана. На фонтане, вот здесь на сугробе, видишь, как крылышко. Вот туда никто не долезешь. Во, снимай. Плохо видно. Да,
Все снял. Тоже вы подпишите вот такие интересные вещи в заснеженных парках Москвы. Кто наблюдал подобные картинки, пишите в комментариях. Интересно. И заодно ваше мнение по поводу автора сих отпечатков.